Привет, с вами Квантум, и добро пожаловать. Сегодня новый необычный ролик. Сегодня мы поиграем в маньяка CSGO в реальной жизни. 5 блогеров против 5 подписчиков. 4 выживших получат шанс. Какой? Ты скоро узнаешь. А пока что подпишись на новый канал, у нас будет много новых роликов. Приятного просмотра, погнали. 10 человек. Территория огромной тюрьмы. Кабинеты, лазы, секретные локации. Сегодня все это в распоряжении выживших. Их задача спрятаться как можно лучше. Сегодня мы играем в маньяка CSGO в реальной жизни. Все правильно. Мы перенесли хорошо всем известные прятки CSGO в реальную жизнь. Для того, чтобы поймать участника, к нему необходимо прикоснуться резиновым ножом. Это прятки в огромной тюрьме, где помимо всего участников ждет сюрприз. Помимо пряток, сегодня у нас будет элемент удачи для пацанов. Кому выпадает удача, а кому выпадает курица, сейчас мы узнаем. Значит, мы определяем на колесе. Ты первый, что у тебя, удача или курица? Определяем, смотри. Абсолютно без разницы. Я знаю, что победа и так будет за мной. Что курица, что не курица, мне без разницы. Я все равно побежу. И тебе выпала курица. Значит, бери себе одну курицу. Удача или курица? Смотрим, что выпадет тебе. Удача. И тебе выпала... Удача! Вау! Курица или удача? Что ты думаешь? Курица будет моей. Курица будет твоей. Тебе выпала удача! Агиман! Тебе выпала удача! Тебе выпала удача! Почему всем падает удача? Неужели тебе выпадет курица? Димон, пожалуйста, изволь. Посмотрим. Ты думаешь, это будет удача? И это будет... Удача. Войдешь ли ты в гильдию петухов? Повезло, ему выпала удача. Красава. Удача. Берите еще по одной курице. И теперь, пацаны, курей приклеивают себе на обувь. Во, да, клей нафиг. Вот так хорошо. У ребят есть 10 минут для того, чтобы спрятаться. Ну, а я покидаю это помещение и даю вам возможность. Начнется пиво! Давайте все в круг, пацаны. Давайте вот так. Сейчас команда. Давай. Напоминаю, пацаны, у нас есть 10 минут, но 5 минут мы решили все, выделить на командующих. Время пошло, давайте. Выносим кровать, потом дверь. Ребята, кто-нибудь сюда еще кровать выносит. Так, все, вот это давай, тумбу. Бочка, пацаны, еще есть. Еще бочка. Так, сейчас баррикадируем, значит, эти все двери абсолютно. Давай, я просто напоминаю, как бы я единственный, кто приехал с паспортом, и вся финансовая ответственность исключительно на мне. Я вообще не хочу в этом участвовать. Сори. Давайте вход с растяжкой. Дима вообще хорош. Он просто здесь вот разбегается, падает, башкой съемка заканчивается. Вот такой ролик будет. Давай. Дай ножницы. Режь. Сейчас мы соорудили, значит, конструкцию, чтобы Квантуму было меньше времени нас искать. Пока он будет это все разбирать, у него пройдет очень много времени, а у нас всего есть 30 минут, чтобы одержать победу. Поэтому мы сейчас приняли командное решение вот это все сделать и пойдем по одному прятаться. Я не знаю, что они сделали. Они, видимо, забаррикадировали мне вход. Я не буду идти дальше, не буду смотреть, что происходит, чтобы не палить их на кухне. Но они думают, что это меня остановит. Как же не заблуждаю? Или остановит? Мне кажется, он не пройдет вообще никак. Один петух отвалился просто. Ну вот он сказал так надеть. Так, ребят, ну что, все. Теперь какая группа готова. Данилу просто привет еще раз. Салам алейкум, как говорится. Мы идем прятаться. Погнали. Все, Данил, удачи тебе. Надеюсь, ты пробьешься. Стой, видите? Наоборот, надо прижать его, потом будет стол мыть. Давай, я погружаюсь, Квантумец не найдет такое, потому что смотрите, сколько людей надо, чтобы меня просто сюда похоронить. Один спрятан. Так, ну мне нужен только кто-то один. Я не хочу палить эту тему. Меня палят ботинки, поэтому у меня будет мега. На кухне. Тебе надо будет вот этой хуйней заставить проход, понял? Как
Короче, если Кунтумец меня найдет, я могу очень долго убегать по этим пролазам. Очень интересно. А кто это? Вот. Это она длинная. Ем! Ну все, всем удачи. А что, мы типа самые мелкие туда, да? Ну по идее, да. Разолейся, самое главное проблематичное. Осторожно, осторожно. Короче, нычек на локации не шибко много. По идее, Квантум вот сюда уж вообще точно не залезет. 5 лет знаю Данила, он маньяк, оказывается. Мы что, все здесь? Мы тут вдвоем, и ты еще, блядь. И там еще, такая тема, что я думал, что я один спрятался. Мы четвером. Тут 6, наверное, человек. 6? Тут все вообще. Оно вообще поднимается, внутри оно абсолютно полое. Вот этот гражданин будет туда лезть. А вот этот гражданин помогает. Раз, два, три. Опа! Лезь. Отлично, я встал прям. Шикарно, просто идеальнейшая нычка. Будем здесь прятаться. Я парень очень габаритный. И это чудо, что я смог найти себе такую нычку. Я вроде бы как сижу, но сижу полубоком. Здесь очень пыльно, я уже заморался. И здесь очень жарко. Так как Данил сказал, что главная задача это просто взять ему дотронуться до нас, мы подумали гениально, зачем нам далеко прятаться, мы можем даже сидеть на виду быть, и он до нас никак не дотронется. И мы нашли определенный реквизит к этому. Мы делаем свое бомбоубежище от Данила. Мы сделали такую оборонительную конструкцию. Я предлагаю сейчас ее еще закрыть вот этими пледами. Пледы, чтобы он не смог кинуть нас ножом. Если он кинет ножом, получается, попадет тупо в плед. Ну что, Данил, желаем всем селом тебе удачи. Будем надеяться остаться последним выжившим. Я желаю всем удачи, а еще нас здесь 6 человек внутри. Все, Квантум пошел искать ребят. Хочу выразить благодарность GTA 5 RP за помощь в создании данного ролика. На GTA 5 RP ты сможешь ощутить новый уровень онлайн игр. Здесь ты сможешь создать свою организацию, стать на сторону закона, либо примкнуть к криминальному миру. Выбор зависит только от тебя. Ежедневно на серверах GTA 5 RP играет более 20 тысяч игроков одновременно. Регулярные обновления, внимание каждой мелочи и насыщенная ролевая игра. Это то, что тебе понравится. Для того, чтобы начать играть, достаточно иметь лицензионную версию игры GTA 5. Подробная инструкция есть на сайте, ссылка в описании. Продолжаем. А не думаешь, что меня это остановит? Делаем вот так. Они сюда все притащили, все, что могли. Но меня это не остановит. Трындец, понатащили, меня еще завали здесь. Они себя хуже сделали. Что это такое вообще? Я надеюсь, они хорошо спрятались, потому что мы идем их искать. В двух словах о правилах. У меня есть 30 минут для того, чтобы найти выживших. 4 оставшихся игрока получают шанс. Они становятся маньяками. И тот, кто первый найдет меня, прикоснется ко мне резиновым ножом, получит главный приз – 50 тысяч рублей. Так, Квантум вышел искать. Мы спрятались в шахте. Мы вышли, и мы вас найдем. Он прошел мимо. Он прошел через верх. Возможно, он подумал, что в этой комнате просто нет нычек. Он вышел. Я отсосу, потому что я сижу около лифта, самый крайний. Короче, мы тебя ждем! Ты откуда говорил, с потолка? Немного стрёмно. Нет, сильно страшно. Я боюсь. Закрыто? Тут, видимо, кто-то пытался спрятаться. Угу. Здесь тоже никого нет. Я думал, будет легче. Я думал, за это время уже кого-то найду. Я еще пока никого не нашел. Если он уйдет дальше, у меня есть классная идея. Давай ускоряться, чтобы не терять времени. Чем больше человек я найду, тем меньше человек в итоге будет искать меня. Да откуда? Сиди шепчется, вы что, офигели что ли? А что, меня? Да откуда ты говоришь, блин, подожди. Из темного предусвет проведет двух угодов. Он прошел мимо нас. Он нас спалил. Что это такое? Что это такое? Здесь кто-то есть, да? Да откуда он говорит? Он охренел, что ли? Реально, минус один, так сюда мы вернемся попозже. Как он злой? Это какой-то тролль. Кто-то снизу нас? Снизу нас, чел, там комната вроде. Так, слушай, еще никого не нашли пока. Здесь кто-то есть? Здесь кто-то есть, там открыт класс. И сейчас я туда схожу и тебе все покажу, друг дорогой. Супер быстро. Это спидзи.
Там убегает кто-то. Пойдем его удивим, с другой стороны зайдем. Прикол, прикол. Слышишь, слышишь? Побежал, побежал. Он уже сзади. Фига, у них там шутер. Есть первый. Второй пошел. Куда ты бежишь? Там тупик, там тупик. Да, 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 да. Нельзя руку резать. Руку можно резать. Не надо. Ну не надо. Нет. Это тупик. Все, есть. Блин. Пойман. Двое поймано. Двоих. Двоих поймали. Слушай, неплохо попрятались, я тебе хочу сказать. Последним новостям. Два человека уже пойманы. Мы, соответственно, не пойманы. Они даже не знают, где. Даже не палят. Даша вообще просто сидим, ничего не делаем. У меня петушок на ноге, он даже не понимает, что мы здесь просто стоим и все. Кажется, Дизари поймали, я слышу, что Дизари идет, разговаривает с кем-то. Вот у меня далеко, тут очень пыль, но он очень далеко. Я надеюсь, так и будет оставаться. Я надеюсь, что он будет думать, что все, здесь никого больше нет. Слушай, из десятерых мы нашли только два человека. Где остальные, я не понимаю. Хорошо. Есть комната, которую мы не проверили. Что, идем дальше? Ух ты, тут тесно. Здесь закрыто. А вот здесь как будто бы что-то есть. Что-то здесь есть. Фига ты, что бегаешь ты туда-сюда? Стой! На нож, давай. Все. Еще один отлетел. Смотрим, что здесь дальше. Это капец. Опа. Это следы. Кто-то избавился от курицы. Ой, ни хрена себе, как громко там кого-то. Забаррикадировали вообще здесь все. Кто-то мец рядом. Рядом идет ко мне по улице. Я спустился. И ищем здесь. Троих нашли. Есть ли здесь кто-то? Здесь никого нет. Где вы? Чтоб вы понимали, пока я выбегал, я еще локоть упал. На чем? На камере. Вот такое взял, но... Пока здесь... Это сотка была, понимаешь? Ага. Я вот сел бы на 25. Зайди сюда. Ну что ты? Ты пойман. Ты четвертый. Я так это ты упал. Это что ты на него грязный. Так, здесь кто-то есть у нас? Или здесь никого нет? Сейчас посмотрим. О, Агиман звонит. Алло, Агиман. Да, ты искать-то будешь меня? Так я ищу тебя. Какую подсказку дашь? Какую подсказку дам? Когда 4 останется, тогда и дам подсказку. Сколько мы 6 человек нашли? Ну, сейчас. Осталось их мало. Можешь дать подсказку. Ну, ты несколько раз был возле меня. Иди ты нафиг, я много где был. Это не КС-ка, тут бегать не так легко. Давай, Квантик, отсюда чище. Агиман действительно достойно спрятался. Говорит, я несколько раз был возле него. Пойдем посмотрим, что у нас есть дальше. Эти двери закрыты, насколько я помню. Сюда. И Филиппин еще остался. Это трындец. Все, нам, в принципе, уже ничего не угрожает. Мы можем спокойно вот так наслаждаться атмосферой. Можно уже поставить кальян. Кальян, да, да. Типа чай, ну, короче, чифирка. Здесь кто-то есть? Слушай, нормально спрятались. Офигительно спрятались, я хочу сказать. А где Агиман? Он говорит, что я несколько раз был возле него. Здесь мы все проверили. Но проблема в том, что люди могли сюда залезть повторно. Четверых мы только нашли, четверых. 6 еще осталось. 6 – это огромное количество людей. Квантумец меня обманул. 5 я нашел, 5. 6 на ему еще надо искать, точнее 2. Наеживает меня. Сдвигали что-то, может быть. Ух ты. Еман. Придется это все отодвигать. Что, подперли чем-то? Монитор нужен? Так, кто-то здесь есть?
Это что за помещение вообще? Слушай, я нашел нычку, где буду прятаться. Фу, тут пули, тут людей не было со времен палеозоя. Нашли четверых людей. Он проходил несколько раз и говорит, я уже здесь был, здесь никого нет, но могли спрятаться, типа, теоретически. А он сюда придет и скажет, типа, я здесь был, и уйдет. Теоретически. Где же ты? Где же ты, где же ты? Есть, может? Где-то есть? Ага. Знаешь, у меня как будто бы есть одна идея. Сейчас мы это с тобой проверим. Сейчас приду. Ладно, в ТикТоках как скучно довольно. Ну, палевно слишком, точнее. В ТикТоках-то весело, просто палевно. Можете мои ролики в ТикТоках посмотреть. Здесь кто-нибудь есть? А здесь? Ну, как будто бы здесь кто-то был, судя по следам. Надеюсь, они на гвозди не наткнулись. Это трындец. К такому меня жизнь явно не готовила. Здесь вообще люди бывают? Да, залез. Кстати, на улицу сбежать кто-то пытался, что ли? Они короб сломали. Если вообще здесь кто-то был, конечно. Слушай, место вообще лютое, но я обязан проверить. Чьи-то ноги здесь. Ты кто? Уходи. Пойман, нашел тебя. И второй туда же уходит. Тоже пойман. Охренеть, это что за гений Ныкух? Покажите себя, вы кто? Просто кошмар, бля, мы так долго сидели. Я уже думал, все, блин, хрен достанет. 5-й, 6-й найден. Времени осталось 6 минут 50 секунд. Кто второй? Иман у вас на кухне, конечно, ну, господа. Чуть-чуть. Мы еле нашли эту нычку, блин, в самый последний момент. Вот я изначально там хотел сидеть. Слушай, ну это трындец. То, куда залезли пацаны, это полный капец. Ну я нашел прям нормальное количество людей. Выползли. Вдвоем сидели два чувака. Неплохо. Времени осталось 4 минуты 15 секунд, нужно ускоряться. Филиппин остался. Как я такого здорового не нашел вообще? Где вы, господа? Осталось времени 3 минуты 40 секунд. Подсказку, кто остался, господа? Я могу дать подсказку. Ты? Давай. Хорошо. Правильная мысль у тебя очень по поводу выше. Ну, я так и думал, мы просто не добрались сюда еще, поэтому это даже не считается за подсказку. Ну тут нет. Мы не проверили эту хрень же с тобой. Тут она запечатана, как будто бы... Пошла, пошла суета! Они вдвоем спрятались здесь, да ладно! Я их в одних из первых нашел! Тихо! А они кровать еще держат? Да, у нас все четко. Вот они вдвоем сидят. А сколько человек осталось, можешь сказать? Ну, вы вошли в четверку. О, уже хорошо. Ты нас точно не откроешь, можешь не стараться как бы. О, дергать так! Нас все равно двое! Сейчас дверь выломается. Они держат здесь, видишь, что делают? Они, короче, забаррикадировались. Ножом кину, попаду, это будет считаться. У тебя еще до чуваков осталось, да? Нет, все. Попаду? Есть! Попал? В Макса попал, выходи. Все, Макс пойман. А подожди, если Макс выйдет, то и меня, получается, тоже пойман. Ну все, Макс, выходи. Так, ну вроде бегать перестали, пора позвонить Квантунцу. Алло, Агиман. Ну что, ты найдешь меня наконец? А где искать-то тебя? А ты уже поймал достаточно людей, я уже прошел финал, да? Да, я дофига поймал кого. Слева от входа, где ты Диму ловил, я примерно в той локации. Чисто с другом погулять договорился, ребят. Давай, жду наконец. 3 секунды осталось. Я вообще поступил грязно, потому что он сказал, ну вот на втором этаже, знаешь? Да я и так бы пришел посмотреть сюда. Время вышло, все, выходите. Мы выиграли? Да, вы выиграли. Точно? Да. Не точно не врешь? Выходите, все. Короче, боец, оператор просто сделал на самом деле, не знаю, такую вещь. Он типа говорит, вот на втором этаже было близко, типа, знаешь, подсказку оператор дал. Да, но он сказал, что мы вошли в четверку, то есть тут непонятная ситуация. Он сказал, все, выходите, мы как бы выиграли, да. Поэтому мы... Самый прикол в том, что тупой, короче, там осталась буквально минута, то есть одна минута, чтобы нам вместе с тобой выжить. Ну ладно. Ну да. Короче, мы в любом случае участвуем в новом, в следующем этапе. Да. А если бы не оператор, он бы не нашел нашу баррикаду. То есть мы слышали со второго этажа, что он сказал, типа, поднимись чуть выше. И потом он только допер, что здесь как будто баррикада. А так, он проходил тут 3 раза. Я считаю, что раунд точно за нами. Не пали. В смысле не пали? Ты дурак, я маньяк. Ты как сюда залез? А как тебя выпустить отсюда? Двигать надо! Кого? Смотри, тут отсюда открывается. Ты чё нафиг? Ты
Охренеть, гений, на Агимане, просто ты что такое? Ты прикинь, я свою тушку спрятать смог, а эти дрищи не смогли. Ай, квантовец. Это трындец. Это нафиг было гениально. Я не учитывал, что настолько вообще лютые мувы могут быть. Блин, а меня, знаешь, я бы еще посидел бы здесь, квантовец, а меня сбил оператор, говорит, я знаю, где он, давай я подсниму, типа, ты поищешь. Я подумал, этот оператор подходит и пинает. Спалился просто. Нет, ты бы хер бы меня здесь еще поискал. Да, ты выиграл, все, ты победил. Просто подними тебе. Снизу, снизу лучше хватай. Все. Красавчик. Здрасте. Молодец вообще. Погнали. Кого не нашел? Ты не нашел? Да. Вот эта вот бочка правая, видишь? Сидел я, значит, вот в этой замечательной бочке. В центральной? В центральной. То есть тебя в нее посадили, тебя накрыли этой бочкой, получается? Да. Вот эту бочку мы утащили. Она валялась на входе? Да, и она короче, чем остальные. Да тут доверху ты никак не достал, даже если бы очень захотел. Получается, нашел одного подписчика и трех блогеров. Неплохая статистика, подписчики сразу слились все. Первый раунд завершен. Финалисты, 4 человека, получают шанс. 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 И твой шанс. Тот, кто находит меня, получает 50 тысяч рублей. Лишь один человек получит 50 тысяч, тот, кто прикоснется ко мне ножом. Не нужно меня бить, кидать меня, просто прикоснуться и все. Тот, кто проиграл, они у нас наказанные. Теперь они будут ждать финала игры. Моя задача спрятаться за 10 минут, а задача выживших найти меня за 30 минут. Смотри, что получится. Мы продолжаем. Моя задача спрятаться. У меня есть 10 минут и время пошло. Погнали, у меня есть обалденная нычка, где меня, скорее всего, не найдут, и я не расстанусь со своим бюджетом. Время пошло, драгоценные минуты, ты не представляешь, какая у меня нычка. Пока я искал их, я ее нашел. Проходите сюда, за мной, мне нужна будет ваша помощь. Я позвал двух своих друзей, которых я нашел, Дмитрий и Дмитрий. Дмитрий, я между двумя Дмитриями. Загадное желание. Моя нычка, значит, да, смотри, столешницу ты немножко вот так отодвигаешь и бочку эту продвигаешь вот так вот. Ваша задача поставить эту бочку прямо сюда, чтобы она закрыла этот проход. И поставить другую бочку, чтобы это смотрелось синхронно, и мониторчик подложите за вот эту переборку. Ну, давай, залази уже, давай. Значит, я погнал. Тут пролезть-то крайне тяжело, проход здесь, видишь, как таковой отсутствует. Еще какой-то стол стоит долбанный. Ящики какие-то. Я пробрался. Давайте, закрывайте, пацаны, меня. Делаем вот, вот так вот. Зритель, уважаемый, посмотрите, пожалуйста. Мне кажется, много не надо. Мы выполнили всю работу. Да, нас он нашел, но мы вроде как спрятали его безумно хорошо, поэтому, возможно, мы сэкономим квантумцу бабки. А сэкономили, значит, заработали. Пацаны, зовите их, все. Я ставлю 30 минут таймер. Ну что, останутся ли мои 50 тысяч у меня? Вот в чем вопрос. Но мне кажется, они не найдут. Офигенно. Ну а если тебе понравился этот ролик, и ты хочешь больше роликов такого формата, здесь пылюся, капец. С тебя лайк и подписка. Тогда мы запишем вторую часть Манника в реальной жизни. А мне нужно выжить и не палиться сильно. Я надеюсь, что мы его очень быстро найдем. Хотя это маловероятно, если он спрятался глубоко. Но будем стараться изо всех сил. Ну и команда, нас 4 человека. Таймер прямо сейчас запускает. Скрестил шпаги. Давай, давай, давай. Вот они. Чтобы я победил и отбил свою поездку из Челябинска в Москву. Давай. О, мне бы так же. Понимаю, что надоел, но напомню, нож резиновый. Раз, два, три. Так, а здесь эта дверь вообще закрыта, да, пацаны? Да. А он не мог туда залезть, подожди. Вот. Откуда, я знаю. Надо войти искать. Давай, вы давай. Так Квантумец. Интересная комната, кстати. Я обалдею, если квантумца найдут сейчас за 2-3 минуты. Я буду искать его максимально по тактике, потому что тактика решает все. Где мы прятались, он, возможно, тоже спрятался, потому что локация не такая огромная прям, как нычек типа здесь. Мы уже, в принципе, все знаем, где что лежит. Поэтому должно быть, в принципе, очень просто и легко. Тут все закрыто на гвозди. Слушай, а так-то? Ну, если, конечно, квантумец хочет себе стекловату в очко, то он бы мог сюда залезть. Слишком тупо, что если он будет сейчас брать и, значит, ныкаться в тех же самых нычках, в которых мы сидели с другими выжившими.
на каждой дрязке там свечу есть. Я там сейчас смотрел, а ничего нет. О! Ого! Так, проверяю все камеры, сразу, чтобы сюда не возвращаться. А скоро выпустят, начальник! Я слышу, как они ходят. Кто-то дал подсказку в виде курочки, звука куриного. Они пошли на этот звук, их отвлекают. Так, ну смотри, камеры мы все проверили, в принципе, да? А, в камерах больше никого нету. Соответственно, здесь не может быть человека, потому что это все проверено. Радует то, что пацаны гремят очень сильно и отвлекают их внимание. То есть они ходят сейчас прямо надо мной, слышишь звук. Если не провалится, это будет трындец. Так, короче, это тупая нычка, скорее всего, пацаны более чем уверены, вот прям банальная, потому что мы уже и так много где спрятались. Скорее всего, вентиляцию он точно не полезет, потому что он просто огромный парень. У меня есть мысль, что он мог кому-нибудь уточку дать, и этой уточкой может нас кто-то отвлекать. А сам он ее еще не тыркал. Они прям за стеной разговаривают. Они двигали почки, которые меня закрывали. Они светят светом в эту дверь. Вот сюда прям светят. Это трындец. Ты наверху чекал? Да. Ты куда-то? Мне кажется, в какой-то... Ну, здесь я не думаю, что он сюда полезет, потому что это очень частое место. Мне кажется, здесь не должно... Что? Что это такое? Оно где-то рядом. Он где-то рядом, потому что это вот где-то вот здесь прям вот вы... Или если Данил взял и обманул и дал кому-то еще уточку специально отдельную, чтобы вы брали и мучились. Покажите все руки свои. Я проповедник. А в бочку смотрели? Да. Здесь не может быть. Как здесь может быть? Они стучат сюда. Как? Они лазают здесь. Куда бы задвигаться? Они пучки двигают, падлы. Он реально настолько жестко сныкался? Ну, блин, он наверное, продумал все-таки. Он это организовывал, значит, локация его. А вы наверху ходили здесь? Там полностью чисто. А я не понимаю, зачем я подсказываю своим конкурентам, если они для меня, получаются соперники? Я офигел, когда они ломиться сюда начали. Я тут подпер специально все. Все нормально вроде бы. Они там все бочки раскидали. Стопудово Данил сделал какую-то подлянку. О! О! Только что топало что-то. Ну он так он такой смелый, значит, что он не рядом с нами. Стоп, вот сигнал пошел где-то. Где-то пошел сигнал. Да, блин, вот он. Блин. Где? У него утка. У кого утка из вас? Я хочу сюда, какая утка! Нычка Вакума, написали книгу, вот. Название нычки. Фантастика. Фантастика? Да. Нычка фантастика. Я сам честно непонятно. Воды хочу. Ну ладно, если бы он был в моей нычке, это было бы очень тупо. Нычек куча и так вообще было, да? Да. Куда он еще мог залезть? Блядь, мой... Вот эти вот бочки, смотри. Единственное, что не проверено, эти бочки типа, но... Они не могут, но он же не может там... Нет, но... Попугая! Опа. Они открываются. Тут как будто в другую комнату просто проход, Макс. Она не... А чем-то закрыто, слушай. Подожди-ка, знаешь, куда она идет? Слышь? Я не знаю даже, там, ну, там комната вообще какая-то закрытая. Блять, если это еще, мне кажется, правда. Стоят какие-то кружки. Ну слушай, я предложение есть. Здесь. Он сидит здесь, я договариваюсь. Я все это прекрасно слышу. Слышу, прекрасно записано. Тихо, нам пока никого. Дай выйду, посмотрю, то выйдет. Ты что там, брат? Ну что? Да нет никого. Да что ты, я все видел. Где? Здесь. Кто там? Даня. Да я в другое место сходил. Нет, нам придется тыкнуть тебя ножом. Это трындец. Меня нашли. Вот они стоят. Вот этот человек меня нашел по факту. Но он не тыкает ножом, потому что нас здесь много. И пришла гениальная мысль. Поделить бюджет пополам. Я уже в совокупе играю. С кем ты уже играешь? С кем? Я и победил, одержал победу против тебя. А мы подписчики. Мы тоже требуем долю. У меня там уже все сплачено. Потому что все решается одним касательно. Все, он победил! Все! Есть! Наконец-то! Блять, он был в той комнате, серьезно? Да, все. А я его в другой нычке искал. Тоже такого же типа. Трындец, просто. Так я это видел.
Меня нашли. Да, меня нашли, он нашел меня, все. Победитель! Красавчик! Мы с Максом вдвоем, по сути, победили. Поэтому вот этот выигрыш в 50 тысяч рублей я поделюсь с Максимом, потому что мы всегда команда и... По 25 тысяч, господа! Поздравляем победителей! Красавы! Вот так вот. Это слишком было грандиозно, но у меня еще была другая идея. Я хотел реализовать ее, но подумал, что это будет более грандиозно. Нафига вы полезли к этим бочкам? Ну слушай, мы вообще не предполагали этого, мы просто решили отодвинуть стол. Типа мы хотели чекнуть эти бочки, потому что бочки имеют некоторые, ну, полости. И мы думали, что ты в бочках, типа, мы отодвигаем сюда с Максом и смотрим, что там есть вообще проход. Да, и мы подумали, что ты слишком тупо будешь прятаться в тех же самых нычках, в которых ты мог бы быть. Трындец, вот он, итог, господа. Вот они, победители. По 25 тысяч рублей, значит, делят сегодня Максим и Серега. Это маньяк в реальной жизни. Как он тебе? В комментариях пиши, не забывай про подписки на канал. Спасибо за просмотр. Всем пока. И до скорых встреч. Пока. Пока.